просто всех людей затронул кризис общемировой. По реке плывет топор в направлении Киева. Продолжат тырить газ, а мы пошлем флотилию. Я не знаю, как у вас, а у нас во Франции Д'Артаньянов продают по цене Констанции. Начали платить натурой всем под Нидерландами. Причем, ладно бы хренами, а не тюльпанами. На Ямайке этот кризис очень слабо чувствуют. Кто работе своей рад, кто ее отсутствию. А в Индии нарисовался очень странный поворот. Ни еду, ни камасутру не берут полгода в рот. Они боятся сокращения Казахстана жители. 800 официантов, 1,5 учителя. А в Германии ребятам в этот год грозит одно. То ли всех как в 45-м, то ли всех как в их кино. В Белоруссии картошка всех спасет от голода. И от трат на проституток все бывает с молоду. Чукча попу застудил, ощущая кризис. В ипотеку чум купил, а оленей в лизинг. Тра-та-та, тра-та-та, ни жилья, ни транспорта.